если это вся территория, то это точно. Ну вот смотрите, что вы себе запрещаете позволить. Какой отдых вы себе запрещаете позволить? Пальмочки, вот такой вот отдых вы запрещаете себе позволить. Ребята, включите мозг и подумайте, где вы работаете. У меня подруга недавно вернулась из Геленджика. Я спрашиваю, какие там цены. Она мне рассказала, что 1000 рублей, в августе она была, стоит койко-место. Плюс от Ростова до Геленджика еще 8 часов на машине рулите. И это она еще сторговалась, потому что бархатный сезон, 1000 рублей. Плюс столовая, завтрак, обед, ужин, плюс алкоголь, если они захотят, либо шашлык, либо пиво попить. Плюс дорога. Вот и посчитайте, гораздо дороже выходит вам Крым или Краснодарский край, чем купить все включено и слетать в Турцию, даже по той же горящей путевке на неделю. Так все, запрещайте себе дальше свой отдых.